Я думаю, техника будет на моей стороне. Ну, конечно, я же не выхожу туда, чтобы проиграть. Думаю, естественно, я его раскатаю. Да, я видел его видеообращение. Иншаллах, завтра ковер покажет, кто кого раскатает. 4 килограмма высокого роста. Боец организации UFC, экс-чемпион организации Eagle FC. Москва. Такой серьезный бойцовский бэкграунд. Очень мастерство, конечно, если... Ну, кстати, они так, что он не хочет ошибиться, потому что понимает, отыграться будет сложнее. Поэтому хочет с самого начала. Вот это очень хорошее было действие. Быстро забрал два спину. Балла. Да. О, а Самандар, я думаю, почувствовал уверенность. Но Самандар идет вперед, а вот хорошая попытка. Так, да и может под конец поединка не увенчаться успехом. Ну, очень интересная идея совмещения в вольном стиле. Так, пробивает захватик. И очень грамотно. Молодец. Мурат отстоял. Так, пробивает. Ах ты, избраться. Ошибся, все. Ошибся. Все. Мачаев очень сильно ошибся. Возможно, еще получил травму. Травму ноги. Видно, в какой-то момент он... Какое-то неловкое движение такое получилось. И, похоже, что-то с ногой у него, да? Да. Голеностоп. Может случиться не только бросок, но и травма. Вот так, когда ты совсем этого не ожидаешь. Побольше. Но в пылу схватки Мурат решил продолжить. Посмотрим. Нет, тяжело, да. Тяжело все-таки травму все. Надо себе знать. И итак, победу Самандар Мурадов, насколько... Это придало некую остроту этому поединку. Я думаю, что... Не думаю, что это как-то связано. Конечно, понятно, для чего это делается. Тем более сейчас такая заминка, чтобы публика не скучала. Отлично. Немножко он тут... Да, вот этот момент. Нам еще раз повторяет, да, у него произошло, когда он пошел именно в ногу. Да, и поэтому вот. Вот видишь, вот, когда вот, пошел, вот, вот уже да, голеностоп. Ну, вот так, взгляд, как бы ничего такого не было, но бывает, что это все так выглядит вроде бы несерьезно. На самом деле ситуация может быть нехорошей. Но будем надеяться, что это просто растяжение и Мурат. Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Спасибо моим старшим братьям. Абузан Бисмрат, Тимур Абдулаеву и Раджабали Байонову. И спасибо моим тренерам Артуру Ахмедову и всем моим тренерам Мураду Сахибу. Всем, кто мне помогал. Всем огромное спасибо. И можно? Можно. Спасибо моим болельщикам, землякам. Это все в отеле.